Всем привет! У нас сегодня винтовка FX, самая новая модель 2019 года, представленная на международной выставке. Это FX Dreamline. Это первая в мире винтовка с возможностью изменения компоновки. Данная модификация у нас идет в компоновке Bullpup. Она так и называется, Dreamline Bullpup. Еще на базе этих технических характеристик есть Dreamline Light. Вы можете посмотреть у нас на сайте, как они выглядят. Dreamline Light Compact, то есть с укороченным стволом. Dreamline Light Compact с удлиненным стволом. Можно сказать, версия снайпер, в принципе. Есть Battle Version, то есть уже не с резервуаром, а, соответственно, с колбой увеличенной. И есть такая же, только, соответственно, с удлиненным стволом и модератором. Сейчас смотрим пробивную способность FX Dreamline. Ну, доска почти 2 сантиметра она у нас. Эту доску, я думаю, что где-то до середины. Посмотрим. На более тонкой. Ну, это насквозь, без вариантов. И кирпичик. В чем особенность этой винтовки? На базе основной, скажем так, версии вы можете дозаказать какие-то комплектующие и, соответственно, собрать уже из буллпапа карабин для стрельбы, например, в тире или на дальней дистанции для точной стрельбы, в общем. Эта винтовка представлена у нас в буллпапе в калибре 6.35. У них длина ствола и в калибре 7.62 и 6.35 600 мм. В калибре 4.5 и 5.5 500 мм. Сейчас заправим винтовку от портативного компрессора. Сейчас все подключим. Штуцер у нас уже с переходником для компрессора под крик. На манометре там ноль. Это манометр редуктора. А манометр резервуара там. Винтовка подходит все-таки как охотничье исполнение, но в связи с тем, что ствол очень длинный и очень точный, как и у всех новых моделей FX, эта винтовка позволяет показывать спортивный результат. Мало того, что она, в принципе, уникальна в своем роде, это первая винтовка в России Dreamline у нас, она появилась, она еще и с возможностью изменения калибра, как и FX Crown и FX Impact. Также здесь есть открытые настройки мощности, такие же, как у импакта и крауна. То есть перепуск под каждый калибр настраивается и пружина ударника. Пружину ударника можно дополнительно подкрутить, сняв ложе. Оно здесь крепится на один болт. После того, как вы сняли ложе, можно регулировать редуктор у этой винтовки. Он находится в начальной части резервуара. Вес этой винтовки всего 2 килограмма 400 грамм. Я бы назвал эту винтовку очень легкой, и несмотря на ее внушительные размеры в буллпапе, это максимум для буллпапа, в принципе, порядка метра, вот, она позволяет без труда охотиться, совершенно не уставать и отлично, удобно стрелять. Вот хочу продемонстрировать магазин от винтовки как раз FX Dreamline. Он сделан так же, как и новые магазины у FX Impact и у Crown, с тем лишь отличием, что у импакта он гораздо больше. Здесь у нас 16 пуль. Сейчас мы его заправим. Максимальное давление рабочее в этих резервуарах 230 бар. В колбе 250 бар. Здесь установлен редуктор, который настраивается в диапазонах, ну, от 80 до 160. В 160 никакого смысла, в принципе, нет. Советую настраивать на 150, при 160 у вас никакого увеличения скорости не будет. Вот. А касательно низких регулировок редуктора, вы получите огромное количество выстрелов. Можете стрелять, например, на даче на 25 метров, это очень удобно. Помимо этого всего, винтовка обладает своим непревзойденным дизайном. Здесь планка «Ласточкин хвост» длинная, выполнена с небольшой завязкой со стволом.
Но это никак не сказывается на точность. Все-таки новые разработки FX, это новые разработки FX. Взвод у нас биатлонный, как мы в принципе и продемонстрируем вам. Ложа здесь изготовлена из противоскользящего пластика, как и у Wildcat'ов и мини обычных, и у пистолета FX Ranchero. Резервуар здесь идет емкостью 250, то есть достаточно маленький, очень легкий, но в связи с тем, что установлен редуктор, у вас получается много полноценных выстрелов. Покупайте FX Dreamline, супер новинка от шведов, охотника.net.